Sayınlı dostlar, bağlı misafirler. Hoş geldiniz. Gagauz Respublikanın 28. yıl dönümünün yortısına. Bunazıva Kuraj Priyetim, Şimul Stimatsu Aspet. Suntem foarte bucuroși să ne întâlnim la sărbătoarea a 28 de ani a proclamării Republicii Gagauzia. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие гости. Мы рады приветствовать вас на торжестве, посвященном 28-й годовщине провозглашения Гагаузской Республики. Август айын 19-нда Молдованын Юрин тарафындан Хепси уурлардан топланан депутатлар ачыкладылар. Они курулду Гагауз Республикасы. 19 августа 1990 года произошло событие, привлекшее к себе внимание всей общественности. Этим знаменательным событием стало провозглашение Гагаузской Республики. При этом были проявлены все лучшие черты национального характера гагаузского народа: сдержанность, свободолюбие и рассудительность. Биним гагаузиям, биним гагаузиям, сергеле, химпалым перхалкым, гюзяль ватаным, джаным ватаным, варсана, юринде, дыйк сайгым. Торжественное мероприятие, посвященное 28-й годовщине провозглашения Гагаузской Республики, объявляется открытым.